Добрый день. С вами канал Shadow Game. И мы продолжаем проходить Tomb Raider. Восьмой уже выпуск этой замечательной игры. Хочу принести извинения в седьмом выпуске в начале на 3 минуты, по-моему. Вебочка почему-то остановилась и начала чудить. Просто не было моего изображения. Я сейчас сразу же проверяю, вот он я, вот он. Так, все, все нормально, все идет как положено. Почаще буду проверять. Извиняйте, кто меня там... Ну там первые 3 минуты я ничего не делал. Херней страдал, так что пофигу. Так, да. Черт, проход напрочь завалило. Держись, я вытащу тебя оттуда. Черт, что-то мешается. Но если туда забраться, блокировку можно устранить. Не совсем понятно, что я сейчас делаю. А, там завалило нашего Алекса. Он как бы нам друг. И нужно его спасать. Ладно, я полностью с этим согласен, но пока еще не знаю, что вообще нужно делать. Прекрати, прекрати. Вот отвлекает меня вот этот человек. Так, что же? И куда нам прыгать-то? Она все время смотрит в одну сторону. Так, ладно, поглядим, что есть вообще еще. Прекрати, или я тебя перестану спасать, и все. И как бы на этом все. Так, как я понял, нам надо наверх. Но я вперед-назад, по-моему, только могу тянуть эту... Технический люк. Да, я вот вижу. Как в него попасть только? Я вперед-назад катаю эту шляпу, но... А толку-то? Неверное положение. Ну, а как оно будет верное, если я... Любопытная ситуация. Честно признаюсь. Ничего не понимаю. Если я вот с этого положения не могу запрыгнуть, то... Неверное положение. Да, думаешь? Серьезно? Он катается только, получается, туда-сюда. Не? Неверное положение, да, скажешь?
И опять же, я Мне не могу. Нужно наверх. Я тебя понимаю. А каким боком я должен до этого был догадаться? Вы чё? Вы видели? Вы видели? Я просто прыгнул, и она поехала. Поехавшая, блядь. Ну, конечно же, тут все изи. Да ладно. Ну, а сейчас вот здесь надо прыгнуть, и ты поедешь, да? Пипец. Так, ты там с нами... Чё, прощаешься, что ли, уже? Так, ты давай там не умирай, слушай. Сейчас, одну секунду. Так, ты давай там, что-то он молчит, мне это не нравится. А, вот, да, он ожил. Нормально. Бля, такая головоломка тупая, блядь. Я еще, блядь, туплю в ней. Ты че, блядь? Здесь двигай его до конца. Все. Все. Это последний раз. Блин, долго тупил. Но здесь такое себе, конечно же. Так, и сейчас мы вырвем, да? Долго мы. Так, ладно. Но все живы, все нормально. Давай уберем это. Прости. Ну, похоже, карьера танцора накрылась. Ты нас убьешь! Похоже, я остаюсь, Лара. Бери инструмент. Без тебя не уйду. Не часто очкарики становятся героями. Ты бы лучше остался живым. Дайте мне управление, я спасу его, я всех убью. А, поцелуй в щечку, ему все-таки обломился. Ого. Да, жестоко. Так, спасаемся. Зажать, чтобы подняться. Вау, классно. Слушайте, ну у нас так всех друзей сейчас убьют, мне кажется. Один за одним почему-то все погибают. А, ну если ты не позволишь. Я вот просто по этой говорю. Что возможно, вот, что так всех нас перебьют. Бляха. Так как тут лезть-то? Что-то появилось, да? А, нет. А, о как. Я просто помню, откуда я пришел.
Слушайте, да вообще идеально. Теперь мы можем так побыстрее как бы передвигаться. Я представляю, сколько она бы просто бы лезла. Это пипец. Так, навыки поглядим. Почему бы нет? Даже... Так, вот это сделаем. Пускай у нас на карте будет там все гробницы и всякая фигня нарисована. Ладно. Снаряжение. Пока ничего не будем прокачивать. Здесь тоже какое-то место есть. Я еще пытался вот здесь разгромить. А, это по сюжету. Старые записи. Что там? В результате долгосрочных раскопок наконец получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. В прибрежном районе острова была обнаружена гробница важного полководца, датируемая периодом Камакура. Эта находка — недостающий элемент головоломки. Полагаю, именно это открытие позволит нам установить контроль над бурями. Короче, они потревожили они. Раскопали какого-то генерала еще. Руины на старой базе, управляемые бури. Я должна понять. Так, сейчас, секунду, еще раз проверю, как все нормально. Да, пойдет. Что же? Опять загадки. Никаких отгадок. Поговаривают о демонах, которые могут нас, не знаю, убить или что они с нами смогут сделать. Поглядим. Мне кажется, сейчас еще кроме людей тут будут демоны и типа того-то, и они нам дадут по жопе. Так, что здесь? Это темпо цуха. А, это темпо цуха. 19 века в Японии их чеканили тысячами. Угу. Не знаю, вот сколько я верчу. Ну ладно. Наверное, это просто цокотуха, которую, ну, нельзя исследовать. Может быть. Так, запчасти мутятся потихоньку. Нам идти туда. Окей. Здесь тоже что-то есть, по-моему. Угу. Тайник. Угу. Так, мы возвращаемся назад, как я понял, к лодке. Вернуть инструменты. Ой, бля, я и забыл, какой у нас крутой лук. Угу. Это мы тоже сожжем. У нас здесь еще кое-что. Португальцы очеканили ее в 16 веке для своей колонии в Малакке. Наверное, она попала сюда с того старого галеона. Окей, понял. Смотрите, по-моему, все монеты мы нашли. Ого. Короче, заработали опять немного опыта. Блин, вот это передвижение мне очень нравится, кстати. Прям. Ой.
Так, а снаряжение. Может быть, что-нибудь глянуть? Ну, не знаю. Ну, давайте дробовичок. Дробовичок, да, да, да. Я так задумался, надо мне это, не надо, надо. Почему бы нет? А, нам же вниз, да, получается, не? Или... А, нет, нет, зачем? Нам вроде сюда. Блин, назад пилить. И почему-то в лагере сейчас нет такого, что можно типа перейти автоматически, ну знаете ли. Что-то я такого не увидел сейчас. Ну да ладно. Куда нам? А, вот. Все. Берег печали. Да, по-другому это не назовешь, если честно. Какие бронированные ребята. Ну ничего. Ничего. Нормально. Нормально. Лутаем их. Откуда вы только взялись, блин? Хотя, кстати, доктор пришел. Доктор... Уитман, по-моему, или как его там. То, что он мог с собой тут привезти. Очень много-много. Вау. Красиво. Много-много солдат мог с собой привезти. Ну, знаете, такой очкарик, такой голимый. Такой гнилой чувак. Опа, погоди, кабан. Вот он, очкарик. Мне кажется, он заодно с этими, с галимами. Алекс, он остался на корабле. Угу. Оставайся, мальчик, с нами. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Кораблем. Давайте поедим, а? Да. Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, я предпочту умереть сытым. Молодец. Правильно. Накормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует костюм, мы вернемся в цивилизованный мир. Столько человек погибло. И нам точно будет. Поели и легче стало. Надеюсь, нормально. Никогда больше не услышите имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Да, все безумие. Явление, признайте это. Она права. Когда Эндьюранс попал в бурю, я почуял что-то темное, что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Да куда вы все хотите уйти? Никуда вы не уйдете. Блядь, начала пугать такая. Видел, что? Слушай, что, устал? У тебя нет ничего еще для нас? А, у тебя лук был, да? Ну да. Так, я помню здесь...
имелась гробница, которую никто не расхищал. Я видел тут кабанчика, который даст мне опыт. А, его уж съели, наверное, 20 раз. Так-то лучше. Так, 5 секунд проверю. Нормально все? Нормально, да? Запись идет, все путем. Знаете, это вот в этом выпуске так он будет. Я немного поработал в записывающей программе. Так что не обессудьте. Иногда буду что-нибудь нажимать, что-нибудь делать. Да, это я. Это я только мог так сделать. Я иногда почему-то путаю кнопки. Не знаю почему. Ведь все предельно вообще ясно и понятно, но я почему-то хочу еще что-то понажимать. Вот. Гробница сегодня что-то не хочет начинаться. Очень долго. Это пещера, место поклонения. Храм служительниц. Чтобы проникнуть в ритуальный зал этого монастыря, нам нужно починить лодку. Ну, это отлично. Дневник Лары 8 из 10. Что они тут делают? Чем занимаются? Ну, слушайте, тут... вот эта гробница уже такое. Уже такое, знаете ли. Наверное, придется поднапрячься даже. Угу. Ого. Угу. Так, что это делает? Сейчас все поглядим так. Мы пропустили буй. Угу. О, как. И он плывет куда-то дальше. Он поплавал по кругу. Так, а что нам это вообще дает? Так, ладно, будем соображать дальше. Есть несколько теорий, что здесь сделать надо. Ладно. Свалиться и не пускать буй. Так, стоп, ладно, ладно. Секундочку. Бля, дайте вылезти. Ага, ага. Чё вот он делает? Mm-hmm.
Еще раз попробуем. Короче, здесь что-то надо делать именно когда буй плывет. Перекладин слишком мало. По ним не перебраться. А вот сейчас перебраться можно. Сейчас, одну секунду, а если я вот так сделаю? И пам, и пам. Фух. Ну ладно. Немножко надо было голову. Это склад продовольствия. Склад продовольствия. Что же? Немного надо было поднапрячь мозги, а так, ну, совсем чуть-чуть надо было их подпрячь. Так, расхищено. Еее. У нас есть, вау, пистолету что-то. Ага, здесь можно сделать его. Магнум. Так, вау, вот это меня заинтересовало. Ага. Ё-па-су-ты, вот это. Повышает урон и емкость магазина. Я, знаете ли, все-таки, наверное, подкоплю. Я повышу еще и урон. Так, что же? Найс. Вы знаете, со временем у меня оружие реально красивее стало. Я, конечно, не любитель вот этой, ну, всей вот этой скины, вот эти скинодорочеры, но все же. Все же это прикольно. Так, расхитили гробницу, все. Темно, ничего не вижу. Невозможно темно. Сейчас никак. А почему никак? Беги. И все. Что, можно подобрать? А, не, у меня максимально. Инстинкт выживания. Пам. Ну, слушайте, я больше что-то как-то и не припоминаю мест, где там можно было ломать что-то. Я только одно вот это местечко помню. Куда нам, собственно, и по сюжету и надо. Кабан, я слышу кабана. Мне нужен этот кабан. А вот и он. Есть. One shot. Извини, кабанчик. Такова твоя судьба. Так, вот это ломаем. И куда-то нам наверх. Как обычно, скалолазим потихонечку тут. Это что такое? Это лифт? Ну, явно лифтом нам, конечно, не воспользоваться. Не удивляйтесь. Мы лучше по скалолазим. Угу. Давай, лезь. Понятно. Угу. Инстинкт выживания. Так, вижу что-то. Мне кажется, здесь немало должно быть всяких прелестей. О-о-о-о. И лук мы сможем сделать. И прокачать урон.
место для пистолета. Найс. Найс. Так. Ага. Да. Напряженные места. Что-то какая-то музыка заиграла жесткая. Как будто сейчас появятся опять тут эти сектанты и все остальное. Этот остров даст мне даже больше, чем я ожидал. Безусловно, все аборигены тут ненормальные. Еще эти бедолаги с Endurance. Угу. Это вот, вот зато, это вот он. Какой драматизм ситуации. Уитман. Не только легендарный Яматай, а еще и кораблекрушение, и совершенно новый культ. Мы... Короче, он, блях-муха, он не хочет убираться, наверное, с этого острова. Скажет, да ты че, я открыл тут аборигены живут, да я на этом сделаю, вау, просто. Вау, чего? Деньги дадут на исследование, там все дела. Угу. Я просто смотрю, ребят, как нам лучше. Как нам быть? Нас не добивает стрела, да? Может быть, нам как-то наверх, типа, забраться или типа того. Ой-ой. Они вот светятся, но я добить на них не могу. Может быть, нам куда-то сюда? А, вот, типа, вышка. И мы как-то на нее, да, должны запрыгнуть. Либо. Ага, есть подъем. Так, теперь мы перепрыгиваем сюда. Я вот вижу здесь эти выбоины, но я что-то не знал, как до них, ну, на них вообще забраться. И сюда. Угу. Да. То еще скалолазание. Угу. Я такой хоба и запрыгнул. Хоба и запрыгнул. Это было опасно. Опа. Ух, это было жестко. Так, ну что, на веревку прыгать? О, как красиво было. Вау. Вы знаете, вот играю, а чувствую, ладошки-то потеют у меня, я нервничаю, волнуюсь. А, волнение некое такое за нашу бесстрашную расхитительницу гробниц. Какого черта мы здесь торчим? Твои гробницы демон. Ты что, морячков наслушался? Да, говорят, кто-то пошел сюда на разведку, но так и не вернулся. Брат, они тебя подкалывают. Не верим, эти придурки любят наврать с три года. Угу. Все, два выстрела.
Ну, их не убьют демоны, их убил я. Надо везде искать плюсы. А вот меня тут демон Они, по-моему, поджидает где-то. А хочется его побыстрее как-то увидеть почему-то. Ох, я... Слушайте, скалолазания очень много. На удивление, очень. Угу. Ага. Идем, идем, идем. Опять какие-то пушки. Опыт плюс 100. Вау. Красиво. Это показывает, что взорвет. Немного и себя, конечно, но... Угу. Попробуем. Вот это меня отнесло. Надеюсь, оно того стоило. Чуть не пропустил. Вообще, куда нам идти? Тут сложно сказать. Каким лучше образом? Так. Запчасти. Можно тут идти. А можно иначе. Ладно. Попробуем иначе. Не знаю. Не знаю почему. Мне кажется, одинаково будет. Но все же. А, не, здесь просто тайник. Так, это ну. Это дары древним правителям Яматая? Или тут была какая-то битва? Угу. Шлем нашли. Все же, да. Все же. Идти нам, как я и хотел. Угу, угу. Куда нам? А, вот щель. Не заметил, не заметил щель. Так. И куда дальше? Да вниз куда еще? Чего себе? Ты только посмотри. Да тихо ты. Чё там? Здесь живой. Да. Хочешь, чтобы нас учуяли? Заткнись. И продолжай искать девчонку. Угу. Стелс, стелс. Рядом враги, я не могу посидеть, отдохнуть. Что за звук? Может быть там?
Так, идут, встречаем. Добивание. И, а вот документы смотреть можно. То есть все нормально. Виртуозное добивание. Еще кто есть? Вроде нет. Лутаем. Идем к костру. О, спортивный лук. Забираю. Блин, интересно, как он будет выглядеть. Сейчас еще что-нибудь качнем. Возможно, это будет... Да, пускай тот же лук и будет. Да. Добить оглушенного и с лука можно. Интересно посмотреть. И... Так, можно лук прокачивать теперь. О, вот это он вообще. Вот это да. Найс. Увеличивает тоже ворона, все дела тут. Ого, лук надо качать прям жестко. Мне пистолет очень нравится, я поэтому повышу ему. Ворон, дуло. Вообще, ну, посмотрите, это как будто фильм «Доберман» там был с Винсент Касселем, по-моему. Там у него такой пистолет был. Осталось только, типа, магазин увеличить и все. И это 100%, по-моему, улучшение будет. Вау. Найс. Так, куда нам? Чё нам? Где мы? Опять какой-то бункер, блядь. Угу. Гробница должна быть где-то внизу. Угу. Лифт застрял. Ой, лифт застрял. Так, и что же делать? Стрелять по... Стрелять по тормозам, может быть. Заставить этот лифт двигаться. О, стрелять не надо. Я на верном пути. Просто нужно найти способ спустить этот лифт. Да, верняк, у тебя способы, конечно. Окей. Я вот здесь могу открыть теперь. Опять какая-то головоломка. Тут даже с лифтом это головоломка, блядь. Вот это да. Так, наверх можно сходить. Поглядеть, что да как. Центр агент. Так, это вообще что-то там. Документы, не документы, как всегда. Тут есть лестница. Сейчас поглядим, осмотримся. Не, сейчас, одну секунду. Ящик потом где-нибудь найдем. Ездит нормально. Понял. А вот сейчас, типа, я какие-то стоперы могу убрать. Допустим, на этом этаже. Опа. Или не. Или да, или не. Угу.
Вау, дробовичок наконец-то. Я уж думал, никогда мы его и не качнем. Бляха, я забыл про эту лестницу. Здесь, по-моему, на каждом этаже теперь можно сбить вот это тормоз у лифта. Нужно убрать еще три, тогда лифт спустится. Я понял, я понял. Это делается вот так. Бам. Так, на четвертом мы убрали, на третьем теперь. Интересно, отсюда я допрыгну? Или лучше не рисковать? Любопытно. Это, короче, сделали, чтобы попасть. Да я понимаю, я решаю тут другие головоломочки. Да ладно, куда спешить, о чем-то вообще. Тут вот как. Тут закроется. Надо прыгать. Тихо, не падаем. Сейчас попробуем сюда вызвать и по-быстренькому. Может, наоборот, типа, когда он поднимается. Сейчас попробуем. Интересно, можно так делать или нельзя? О! Найс! Бам. Вот так вот. Окей. Еще один, и лифт сдвинется с места. Ну а разве это не прекрасно? Так, и я не расшибусь, если вот отсюда я. Там он тоже какой-то. Момент. Блин, всего один остался, да? Изи. Ну чё же? Так, и этот лифт поехал. Думаю, этого хватит. Да, теперь он идеально и в идеальном рабочем состоянии. Так, нам туда, а мы вообще. Кто-то есть, да, кто-то есть. Так, а мы отсюда пришли, не? Да, не? Солнечный убийца.
Так, попробуем. О, вот это да. Кстати, перекрестие реально меняется. Так, здесь кто-то имеется. Угу. Стоят ребята. Так, минус два. Время проверить тайничок. Слушайте, опыт плюс 500, вот это да. Шлем династии Джо. Ага. Похоже, даже императорский. Угу. Ну, вот это да. Ну, так, ладно. Я не ценитель шлемов. Пойдем дальше. Слушайте, пистолет сейчас вообще шикарный. Очень просто. Угу. Да ёпта. В смысле, а там есть это? А, штукенция лежит. Как к ней попасть? Никак. Ладно. Там тайничок. Ладно, боксы. Так, что это? Так, я на месте. А, чё за гробница такая? Фух. Вот это да. Вот это восьмой выпуск на нашем канале. Ребята, подписывайтесь. Эти фигуры, воины, они были в гробнице Пимика, они ее охраняли. А потом сама убрались? Это ты? Значит, ты был полководцем. Угу. Ты совершил сеппуку. Сеппуку. Почему? Ой, не внимай. Я боюсь, он встанет или типа того. Какой красивый. И все еще острый. Вау. Ого. Косячок. Не. Ого. Я подвел мою императрицу. Обряд был прерван. Жрица хоть и знала, что ее спасет только смерть, и покончила с собой. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Ее гнев порождает бури, которые не утихнут, пока ее душа привязана к этой земле. Мои штормовые стражи поклялись защищать ее. Они должны продолжать, но я не могу. Душа, запертая в разлагающемся теле. Значит, вот что вызывает бури. Вау. Но это мистика, ребята. Это мистика, это мифы. Чтобы прекратить бури, нам нужно уничтожить тело в ритуальном зале. Как же мне убедить в этом остальных? По-моему, мы видели это разлагающееся тело, и его надо было сразу сжечь, блядь. Я говорю, здесь... Я бы... Черт, пора выбираться отсюда. Я ж дернулся, блядь. Нет! Где, где, где?
полководец защитить меня. Боюсь тебе. Так, что-то тут многовато вас, ребята, становится. Вот так перестрелка. Фух, вот это да, бля. Вообще на изи. Просто раскатал, бля. Слушай, пистолет какой, это просто сейчас вообще было. Это что сейчас было? Винтовочка. Вот сейчас вот прям огонь играть. Это прям я вам говорю. Мы зависли в воздухе с прыжков-то. Столько трупов. Так, ну сейчас, наверное, напьюсь. Так, идем. Ой, господи, у нас такой лук просто красота. Опа. Это я быстро. Красивый. Я вспоминаю, какой первый был в первом выпуске, и вот сейчас в восьмом. Лучище просто. Так, сквознячки, как всегда. Блин, сколько аборигенов живет вот на этом острове. Это... жуть, вот даже сколько мы убили, это... Лара, чёрт, где ты? О-о-о! О нет, что случилось? На нас напали, помоги! А я про чё и говорил. Их всех переубивают. Нет! И всё. Всех друзей. Я должна туда вернуться. Там, наверное, доктор Уитман слишком много своих друзей повёл. Это они рацию услышали. Приколитесь. Иона, помоги! Ты где? Проклятие! Я что я сделал? Блять, вот... Я опять нажимаю Shift. Зачем я, блять, на канате? Я почему-то с него спрыгнуть хочу. Зачем? Я не понимаю. Я говорю, меня... Солдат не убивает, это я сам себя убиваю. Вот. Я только, бля, этим и занят, что я сам себя убиваю. Давай, быстрей. Надо спасать. Так, уже раненая. Вот. Спасибо. Серьезно, я думала, мне конец. Их нигде нет. Кого их-то? Когда все началось, Уитман забрал Сэмми и исчез. Ну вот. Он увел ее к Матиусу. Вот ублюдо. Черт, я тебе не верила. Да, ты не верила. Пойдем за помощью. Они этого и ждут. Ты была права насчет Уитмана. Ты же сама видела эти бури. Они топят и сбивают все. Угу. Во время Второй мировой здесь были ученые.
Они считали, что этими бурями что-то управляет из ритуального зала. Послушайте, я еще пока не все поняла, но Сэмми увели. Это все связано. Если мы уйдем, не узнав правды, погибнем. Так же, как те пилоты. Так что слушайтесь так же, эту женщину. Слушайте. Что бы здесь ни было, пусть Лара разберется. Да, да, пускай она разберется. Это осиное гнездо, самоубийство. Ее ведут не туда. Они направляются в ритуальный зал. По этому притоку мы к ним подберемся. Рейс, я знаю, как сильно ты рвешься домой к дочке, но борьба еще не окончена. Да. Очень прошу тебя, не как она не вдохновляет. Страшно, просто доверься мне. Вообще. Ладно, спустим его на воду. Когда будешь готова, поднимайся на борт. А, ладно, окей. Спасибо. Я жду, он не дадут мне ничего сделать. А сделать мне вот что надо. Вот сюда подойти. И сделать дробовик. Модификация. Помповый дробовик в дробовик. Ладно. И снаряжение. Опять же. Опа. Что теперь можно прокачать? О, дробаш-то у нас красивый тоже стал. Перезарядка. Увеличивает урон. Урон у него, кстати, да, очень даже не слабый. Но я, наверное, качну сначала пистолет. И мне сейчас дадут достижение. Да. Получено достижение, теперь все серьезно. Пистолет теперь у меня на максимум. Вот это я и хотел сделать. А, на данный момент, значит, у меня не хватает ни запчастей, ничего. Навыков нету. Окей. Ох уж эти чайки, бля. Сейчас запчастей должно будет хватать. А, нет, все-таки нет. На самом деле, наверное, там остальные персонажи сидят и там в катере и такие, бля, что она делает? Типа, бля, что она нахуй делает вообще? Да ладно, не отвлекай. Но мы ей жизни типа доверяем. Не, нормально, нормально все. Так. Рот, знаю, ты считаешь... А так, нашли какое-то повествование. Так, опять кабана слышу. Вот если кабана, кстати, я сейчас завалю, то получится, знаете что, то я могу еще немного прокачаться. Где же ты? О, ты хрюкаешь, стоишь. Пам. Бу, контрольный на всякий случай. Триста. Прокачаем тракториста. По-моему, 300 там очков надо на что-то там здесь, не? А, 325. Ну, ладно, ладно, тогда не будем. 350. О, есть, есть. Ну, качнем. Качнем. Все. Так, что же. Давайте на этом закончим этот выпуск. Что еще сказать? Игра прикольная. Я ее каждый выпуск нахваливаю. Смотрю, ну... Неплоха, неплоха. Неплоха, одним словом. Так что мы ее точно пройдем. Тут вот финал чувствуется. Тут точно уже финал. Развязка уже. Потому что, ну, серьезно. Все уже и прокачали. И сюжет уже, ну, так к логическому завершению, наверное, подходит. Так что...
Что же, ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, как вам вообще игра, как у вас вообще дела. Все, пишите. Всех жду на своем канале. Все. Всем удачи и всем пока.